Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Линсмену, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу представить вашему вниманию новый проект. Это, друзья, инвест-проект. Давно я не участвовала в инвестах. Значит, почему я решила принять участие? Этот проект от создателя проекта в Telegram-боте. Matrix Profit Fast. Где я неплохо зарабатываю. Бот запустился сегодня. Он стартовал. И минимальный депозит здесь от 100 рублей. По 3% в сутки. Ну вот я все делаю в режиме онлайн. Сейчас будем смотреть и разбираться. Перейдя в описание по ссылочке. Если кому будет интересно и захочет принять участие. Не все любят инвесты. Кликаем «Запустить». Старт. Добро пожаловать. Данный бот создан с помощью TDN. В общем, ладно. Что у нас здесь? У нас вот инвестиции. Давайте погуляем по кабинету. Так. Открывайте инвестиции и получайте стабильную прибыль в данном разделе. После собирайте доход. Процент прибыли 3%. Время доходности 24 часа. Срок вклада пожизненно. Ваш вклад, у меня еще пока ничего нет. Инвестировать, собрать. Далее кошелек. Значит, ID, ваш баланс, партнерский баланс. Ничего, пополнить, вывести, есть реинвест. Далее обучение. Что это такое у нас? Попал в бот, но не знаю, что где. Тогда ознакомиться с нашим минутным обучением. Здесь кликаем открыть обучение. Вот куда-то перебрасывает. Ага, это перебрасывает, друзья. Еще не знаю. Телеграм. Ладно. Так, вкладочка партнерам. Наша партнерская программа считается самой эффективной. Приглашайте людей и получайте деньги. Так, процент с инвестиций, процент с выплат. 10-5%. И реферальная ссылочка. Здесь как набрать партнеров. Уже не буду кликать. Далее калькулятор. Ну, я, например, 100 рублей. Кликаю. И ваша инвестиция 100 рублей. Прибыль в сутки 3 рубля. Прибыль в месяц. Прибыль в год. Ну, вот такая. И настройки. Администратор, выплаты, чат. Есть. Ага. Присоединиться к группе. Обязательно. Далее. Администратор есть. Можно к администратору присоединиться. Выплаты. Подписаться обязательно. Далее, что еще есть? Так, выплаты, чат, уведомления. Уведомления выключены пока. Операций. Так. Вы попали в раздел операций. В данном разделе отображаются последние совершенные действия пользователей в боте. Ну, уже пошли заработки. Далее, давайте что ли попробуем закинуть. Раз тут пожизненно, пополнить баланс, понятно. Так, значит, кошелек. Пополнить. Минимум 100 рублей. Здесь вывести, здесь реинвест. Пополнить.
Значит, способ пополнения. Отправьте любую сумму на кошелек. Значит, смотрите, копирую. Так, копировать кошелек. Сейчас я перейду на Payeer. И с Payeer кликаем вкладочку «Перевести». Сюда я вставляю номер кошелька. Сюда на три точечки нажимаю. Нужно ставить комментарий. Проверяем кошелек, чтобы все верно было. 102997 на конце. 997. И комментарий. Значит, не забудьте комментарий. У каждого свой комментарий будет. Копировать. Комментарий. Так, 399, на конце 68. Проверяем. Все верно. Так, для пополнения с помощью других способов обращайтесь к администратору. Администратор не прячется. Так, временная акция для остальных пополнений плюс 10% при любом пополнении. Даже акция есть. Давайте переведем. Кошелек вставила, комментарий вставила, рубли. Я начну со 100 рублей, а на реинвестах можно будет нарастить сумму. Ну, там посмотрим, как пойдут дела. И я кликаю перевести 100 рублей. Так, я сменила. Так, перевод успешно выполнен. Я иду. Все, я сделала перевод инвестиции. Так, инвестировать. Пополните баланс. Ага, вот, ваш баланс пополнен на 100 рублей. И вы получаете бонус 10 рублей. Итого у меня на балансе должно быть 110 рублей. Видите, мне дали бонус. Инвестиции. Так. Ну что, теперь кликаю инвестировать. Введите сумму для инвестирования. Видите, да, что я все делаю в режиме онлайн. 110 рублей. Я их и закину тогда, раз у меня должно быть 110. Вы успешно инвестировали 110 рублей. Вот. Значит, обратно нажимаю кошелек. Здесь можно, здесь будет вкладочка «Вывести». Минимальная сумма для вывода не вижу. 100 рублей вроде бы. Вот. Ну, такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Ну, мне интересно, друзья, проходим мимо. Не каждому, знаете, подходят такие проекты. Всем удачи, больших заработков. Будет что выводить, естественно, я запишу видео по выводу денежных средств. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!